Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. После общения с тяжелым человеком возьмите немного перца и соли. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Наверняка у каждого есть такие знакомые, с которыми тяжело общаться. Человек может быть и неплохим, только постоянно жалуется на несправедливость жизни, свои проблемы, обсуждает и осуждает других и в целом смотрит на мир с большим недоверием. После общения с такими людьми всегда остается осадок. Многие описывают свое состояние как выжатость. Неудивительно, ведь энергетика негатива очень сильна и легко передается через жалобы и недовольство. К счастью, есть немало способов очиститься от нехорошей энергии. Однако также хочу сказать, что негативные люди питаются энергией тех, с кем общаются. Эти люди никогда не меняются, поэтому самым лучшим способом защиты от энергетического вампиризма будет полное прекращение общения. Если прервать общение невозможно и иногда все же приходится общаться, я рекомендую делать легкую практику на быструю чистку от чужого негатива. Для этого нужна крупная морская соль без добавок и красителей, черный молотый перец, маленький мешочек на завязках. Дома приготовьте смесь, смешав соль и перец между собой в миске. Перемешав, насыпьте в мешочек. Положите его себе в карман так, чтобы в любую секунду можно было воспользоваться им. После общения с тяжелым человеком подойдите к раковине, высыпьте щепотку смеси на ладонь. Далее начните растирать в руках, смывая смесь под струей воды. И при этом говоря такие слова. Перец и соль по текучей струей. Тяжесть чужая, с меня уйди долой. Говорим один раз. Смыли смесь и негатив вместе с ней. И снова возвращайтесь к своим делам. Вы сразу почувствуете облегчение. Носите смесь при себе и пользуйтесь, если не получается не общаться с тяжелыми людьми.